что, у кого там стоит аура огня? Поставьте лед, что ли. Неплохо задышал. Ну все, просто теперь будет падать здорово с первого края. Больше времени будет на синдром. Не надо. Я еще колонну поставлю, будем там, там будет фир у него. Порез. Да, идем. Ставь его вот сюда оба. Че дракон как калечный идет, да? Вот сюда ставь. Вот так. Зачем? Я же хотел. Да, нормально, если... ничего побегает. Вот смотри, если его ставить внизу, ты сам как танк забегаешь просто за колонны, все милики с собой. И никто не бегает. Тут, кстати, ротация была не там. Чем она сложнее? Она всегда проще была. Она у нас особенная на серваке по. На профах тупо ДПС нужен на слизне. Если не успевают убить слизь за два ретаргета зеленого и красного, это не факт ДПС. Выбежали от лестницы. От лестницы выбежали. По хил рейду. На, в комнату забегать, похилим. Тут постояли. Тут постояли. Не надо туда бежать. Войд, обратно. Подымить, забегаем. Она не агрит. Первый раз агрится, следующий нет. Тактика на балконе. На балконе места не хватит нам. Хватит. Минуту можно отойти? Можешь. Бургеры берем. Я тоже пойду на пару минут. Че мне их в линию поставить, я думаю. Так, пойди, далеко. Да, пойди, сюда. Да. У кого там лагает на притяжке, когда притягивают семью? Только не прослабили.
Так, дам вам перекурчик быстренький. Трех минут на перекурчик, потом тактику объясню, убиваю. Нет. А как ты убивал, есть в рейде? Да. Кого? Конечно. Есть. Есть. И циркуль, и все убивали. Не-не. Циркуль-то понятно. А в Дереличах кто-то убивал еще? Есть такие? Да, есть. О, это хорошо. А кто сейчас говорил? Это ДК. Сада, да? Угу. Ну-ка. Че-че-че? Я с ним поговорю. Чего такое? Ничего, перерыв в минуту. Все, проф ложится, теперь надо ЦЛК и РС по КД ходить каждое. Завтра. Тогда, я так думаю, на вторник поставлю за перемене. За, может, завтра когда сбрасывать? На вторник ее будешь ставить? На РС. А, десятку? 25. Угу, давай. То есть смотри, ну это со следующей недели у меня нормально, там если что, РС-ку переменим на какой-нибудь другой день. А так просто в понедельник я ЦЛК поведу, потом вторник РС-ку, и в среду, я думаю, если не допройдем, в пятницу, ну, если не пройдем ЦЛК, да проход ЦЛК 25-ки также сделать. Ну, отлично. По-любому, на каждом КД нужно закрывать один состав, два, сколько мы берем. Минимум одну надо закрывать. 271 лут, трем людям в гильдии. Тогда... За 40 минут. Чешки? Чешки, да. Предбисовые. Чешки. Плащи, наручи, триня. Чешки? Эх, мне бы долгонога на Фроста. Тапки опять же. Пока 30 секунд есть, ребят, подскажите, пожалуйста, как вот, ну, то, что ближе стоять к этому, чтобы легче притягивало, это понятно. Вопрос по вот притяжке. Бывает, когда ты начинаешь вращать камеру уже автоматически, после этого жмешь W, ну, вперед, он бывает продолжает бежать не вот уже как в поворот, а продолжает бежать, ну, грубо говоря, к ступенькам туда. То есть он ты не считает поворот поворотом. Отбежать можно. Я понимаю, но не, ну вот я делаю то же самое, но периодически он у меня бежит вместо того же. Вот я нажимаю вперед, я развернулся, нажал вперед, а вместо этого он у меня бежит к ступенькам, то есть он не засчитал у меня, грубо говоря, поворот экрана мышкой. Влад, у тебя правой кнопкой, правой. Ладно, чек на АПК, все в этот, как его, хорошо и понятно, но давайте-ка я тактику буду объяснять. Она будет уже убивать. Стоит на босса две фазы. Первая, вторая. Будет взлетка. Соответственно, первая фаза. Перед лицом не стоим, под жопой тоже не стоим. Бьем в бочок. Соответственно, ДДшеры. Максимум стаков это 10. РДД, пожалуйста. Кто умеет, соответственно, набираете стаки. Кто не умеет, максимум 6-7 стаков. От освобожденки. 10, понятно. Далее, по, как его, когда будет взлетка, соответственно, будет 5 глыб, все отбегают, делать сейчас стейдж-шкаф, да, где сейчас звезда прыгает, все отбегают сюда, 5 меток выносится. Трусы, ромбик, печенька, квадрат, звезда. Надеюсь, понятно. Звезду можете чуть-чуть вот сюда смещать, чтобы, если что, кливом вас... не убило ни дыханием, ни кривом от синдры, на всякий случай. Соответственно, глыбы доводим до 10%. Старайтесь доводить без дот, потому что иначе шотнет рейд. Не, шотнет человек.
Соответственно, это будет вайп. А, далее. Взлетка прошла. Соответственно, все то же самое. Бьем босса. Соответственно, да. Будет притяжка. С притяжкой отбегаем вот туда, где стоит шкаф. Ничего сложного. Лорки, сразу портал сюда ставьте. Да, сразу ставьте портал вот сюда, тпшите, сразу начинаете дамажить. Соответственно, взлет у нас несколько будет. Далее, переход на вторую фазу. Это на 35% хп босса. Соответственно, первая меточка выносится в луну. Как сейчас стоит луна? Не в конусу, пожалуйста, потому что если вы это так сделаете, Синдра отойдет с места. Если близко будете подходить с меткой на второй фазе, этот, как его, Синдра сместится, это нам не к чему. Соответственно, выносите в луну. Милишники, соответственно, освобождаете место. На второй фазе РДДшеры чисто играют по боссу. Также, особо сильно освобожденку не настакиваем, кто не умеет. Далее, вторая уходит в крест. Остальное все делаете по командам. По тактике здесь все. Чек на готовность. Стакер на на, стопрот. Можно мне один стопрот? Да, 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 сейчас дам. Жалко на полчаса его брать. Да, ничего. Есть, который на стакер? Сколько стакер? А? А сколько стакер? Ну, меняйтесь там, этот. Мирики, по поводу стаков. 6 стаков обморожения, больше не стаков. А в танке на 6 стаках стопы. Лимон знает, что делать, соответственно, тебя сменит. По тактике так же. То есть, бросил стаки, набрал, сколько там? 6 секунд постоял, эскейп нажал, посмотрел в небо. Тебе? Роме. Это миликом. Сопрот. Зачем тебе сопрот? А что, не надо, но все равно. Аура сопротивления есть, льда, льда. Все нормально. СС нет, с ПССом не так же. СС клинит, постоянно на Машу даешь. Далее, как его? Дайте один СС. Задумчик, дай по Доре. А силу дай, пожалуйста. На всякий случай по честу. Не надо мне, зачем мне? Нет, ты будешь предохранен. Ты лучше дай Аршами СС. Нет, у него есть. Почему я крестов стану? Прыгни. Нет, БР, если что, будет все равно. Чек на готовность. Соответственно, так сопрот должен быть. Еще раз по метке. В смысле? На второй фазе? Второй фазе выносится метки. Вторая выносится. Луна, крест. Все супер. На кого СС еще раз повесить? На первой фазе сколько выносится? 5, Саша. 5. Да, все, 5. 5 меток, 5 этих. Как его? СС на Машу клинит. The Doom. СС на Доре. Силу. СС на Честера. Честер, прыгни, пожалуйста. Что, Тёма, вот здесь падает этих сосулек сколько? 4 или 5? 5. 4, да? После 5 я иду опять встану. Чек на готовность. Он имеет в виду дыхание дракона, разве 5 дыхание? Чё за вопрос? Я не понимаю, о чём вы? Тут это, понял? На что, меняться на скольки стаков? Нет, когда падает ледышка. 4. 4 глыбы падает. 5 меток, 4 глыбы, как обычно. Просто чтоб не прослать, чтоб я ее не поставил. Я понял тебя. Все готовы? Давай, отчет на пол. На пол на медведя. Потом сменим. Не надо, поставь, крутанул и все. Остается на взлетке. На полную медведя дали. Во время не стойте, будет откидывать хвостом, алло. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Смерть. Видели? Стойте где? Вот стоит. Рейндж большой. Красота. ДК.
Побежали. Ну, ясно. Наш, вставай, Бейри, Орхидея. Все друиды могли отбежать. Орхидея, Бейри, Дальну. Да, понятно, короче. Смотрите, друиды. Воздушная фаза, отбежали. 5 меток, выбежали. Заморозился рейд, нет? Спрятались. О, ясно, ложимся. Стол хил, ложимся. Хорошо. Короче, объясни РДД, МДД, РДД хилам, чтобы стаки освобождены магии, 4 и руки склал. Вот ДЦшка 22 стака набрал. 22 стака. Ложимся, ложимся. Дай ему срез. Так. Соответственно, на первой и на второй фазе. Будет кидаться, не помню на скольких, на четверых вроде. На шестерых. На шестерых. Каста стоит дебаф, освобожденная магия. Соответственно, хилы набираете максимум 4-5 стаков. РДДшники, РДДшники, у кого есть мана, соответственно. Он кидает, у кого есть мана. И маны где-то более 10 тысяч. Если не 15. Я не знаю, как тут... Не, смотри, давай я покороче объясню. Синдра кидает на всех, у кого есть мана, дебаф, освобожденная магия. Он висит 30 секунд. Если вы под этим дебафом читаете любое заклинание, даже если бафаете себе там какую-нибудь сернюшку, неважно что, на вас вешается один стак освобожденной магии. Если вы наберете много стаков, вы сдохнете. Соответственно, для тряпок это два стака, стоим, ждем, пока не скинулись. Кинули еще по две плюшки в босса, стоите, ждете, пока стаки эти скинули. Если вы наберете 10 и более стаков, и вас притянет с этими стаками, вы останетесь лежать мертвыми под синдрой. Это ясно? Отлично. Маги могут скидывать стаки эти глыбой. То есть, как вот набрали, да, перед притяжкой там 20-22 стака. Маги могут глыбу нажать, скинуть с себя этот дебаф. ШП в тучку могут уйти, остальные надо... То есть механика урон, нанесение урона такая. Чем больше вы настакаете стаков, тем больше по вам прилетит. А если вы будете стакать их на второй фазе, по вам будет прилетать не только урон от этих стаков, а еще и от синдры, потому что она вешает дебаф от темной магии. Один стак – 20% урона, два стака – 40% урона и так далее. Если у вас будет 5 стаков, и вы 5 стаков освобожденной магии хлопнете, это ваншот. В гере 100%. В обычке еще, ну, может, захилит вас. Это понятно? На вас освобожденная магия появилась, хилы 4, максимум 5 стаков, платники 6, кольчужники, кожники 4-5, тряпки 2-3 стака. Скинули, ДПСим дальше и по кругу. С этим понятно? Соответственно, совы также могут дубовую кожу прожать. Кто может прожаться, соответственно, может чуть-чуть больше стаков набирать. Медвей, еще момент. У нас на притяжке сейчас умерли люди. Друли, что касается вас, у вас есть прекрасная, называется, походная форма. Вынести себе ее на панельку, и пока летите в воздухе, пока вас синдра притягивает, вы можете успеть сменить форму. Она увеличивает скорость передвижения на 60%. То есть, вас притягивает, меняете на походную форму, отбегаете. Все. Шаманы, которые прошарены, дух волка. В дух волка прыгаете и убегаете. Танки все равно в это время урона не получают. Ну, в РС-25 дер, когда будете ходить, без духа волка вас туда просто брать не будут, вот и все. Ну, пока вот, то, что увидел. Да, тут уж у нашего шамана, по крайней мере, зачарен на сапоги этот живучий Клыкара, он должен убегать. Ну, в любом случае, готовность. Надо выбегать. На притяжке умирать нельзя. Это позор. Это позор и бесчестие. Пожалуйста, пока вот 5 нравится. Секунд дайте, пожалуйста, танку загреть босса. Все готовы, отчет на пол. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра
Влились. Милики, вы стопаете на 6 стаках обморожения. Просто эскейп нажимаете и стоите, ждете 5 секунд. Напрягайтесь его. Рон 7. Ага, вижу. Бежали. Бежали. Ого, что было такое, блядь? А это притянуло танком. Притягивает всех, он здесь даже танка нахрен. И его. Там такое впечатление было, что еще агро сорвал во время притяжки. Она отдыхнула прям в рейд, да? Был такое? Не знаю, как. Не, жрал не рвать. С поворотами тоже аккуратнее. Короче, весь рейд сдох. Да ничего, заходим, нормально. Заходим, все чинимся, портуемся. Да, да, да. Заходим, все чинимся, портуемся, бежим, бафаемся, пуляем заново. Технолайт, короче. Да. Ну, да ничего, это бывает. То, что видишь, она притягивает, она начинает крутиться, да, по разным сторонам. Да, у нас вообще на желтой дышала. Мы стоим, бьем, она в двух раз боком дышит. 25-9, там разные приколы бывают. И он тоже жопой дышит рейд иногда, багается. Так что это не страшно. По поводу второй фазы, там бомбы падают. Если кто не шарит, смотрите, если... значит, не если, а вам нужно полностью спрятать вашу фигурку, фигурку вашего персонажа, модельку, за склепом. То есть, чтобы ваша фигурка вашего персонажа была на одной линии с бомбой. И на этой линии стоял склеп. Если вы спрячетесь не полностью, вас, скорее всего, убьет, либо очень сильно надамажит. Если не верите, спросите у Лучтанана. За нижний край глыбы зашел, вот, а морда его шамана торчала, и он получил ваншот. Да, было. Хотел посмотреть, как оно там процессует. Не сейчас, а вообще, как был случай. Да-да-да, было. Поэтому я говорю, заводите модельку персонажа за глыбу полностью. Следите, чтобы глыба была между вами и падающей бомбой. Портуемся, рыба стоит. Ориентируйтесь по кому-нибудь, если сами не уверены. Причем буквально шаг влево, шаг вправо, все это уже цепляет. Смотрите, Локи, тут еще можете обузить проклятие красноязычия. Каким образом? После, точнее, перед притяжкой можете кинуть проклятие красноязычия, и она будет дольше... Не пашет? А, ну ладно. Просто на X1 работает тема. Странно, что у нас лидник пашет, а здесь не пашет. Не пашет. Убрано. Полбаф раздали. Чек на готовность. Клиник, ну что, какую? На медвея, дай обмен. Прыгаю. Танки освобожденной магии находятся вот рядом с категорией. Слева от категории будет освобожденная магия, если у нас повесится еще через одно, будет вот стать таинственная, это самое, таинственная энергия называется. Следите за этим, когда хил. Все команды готовы, на изготовочку встаем. Да, не забываем слакать. Счет на пол. Глупцы! Зачем вы сюда явились? На пол дали, быстрее. Бьем. И еще небольшое замечание перед притяжкой. Чем ближе вы стоите, тем меньше вылетит, тем больше у вас времени отбежать. Поэтому идеальное место в сайте, где стоит сала архита. Вот там отличное место для ВДД. В тотемах, грубо говоря. Притяжка 3 секунды, после дыхания будет. Урон 10 стаков, 11, 12. Притяжка. Бежали. Дал мастер аур. Ну, уже получше. 6 стаков. Ребят, 6 стаков, милишники. Так. Сейчас после этих реснем. Так.
Вышли, красотка. Красота, Роми, Чулан, Мультин, наше молоко. Отлично. Спрятались. Что там по этим? Справа близко. По БРам. Справа близко. Подбивать глыбы, ребят. Подбиваем глыбы, не забываем. Слева далеко. Левую, по центру быстро. Я бью. Да, что-то стоят и прячутся. Нет ДПСа по склепам. Нужно больше всего. Сала, Старфол и так далее. У нас же минус. Ложимся. Вот смысл, да, БР давать, что беречь. Ну смотри, на левую вообще никто не стал, кроме тебя, правильно? Ну да, левую я бил. Ко мне только подбежали после третьей бомбы два человека, я ее бил больше. Ну просто об этом либо не рассказали, либо... Ну просто люди здесь первый раз, вот и все. Если быть точным, очень много людей первый раз. Вы отбежали, глыбы, когда взлетает, вы отбегаете к этому краю этого как балкона. Соответственно, 5 глыб стало, вы спрятались за них, начинаете подбивать. Подбиваете до 10-15% хп глыбы. Соответственно, этот без дот старайтесь. И подбиваете все глыбы. Когда четвертая, когда она 4 бомбы скинет, соответственно, она приземляется. И когда она приземляется, те, кто в глыбах, они начинают задыхаться. Им наносится урон от 2 до 4К, пока не разобьется глыба. Или пока они не умрут. Еще на будущее, реально. У нас 4 хила. Если вы хотите, чтобы когда притяжка вы отбегали, вас не убивала, не набирайте стаки. Я вас прошу. 4 хилам, 3-3. Я полипал, я не могу идти и хилить вас. Тут не так важен ДПС. Тут очень важно соблюдать тайминги. Милишники, максимально 6 стаков. Тут зерга нету на синдвиш, правильно? На этом сервере? Ну, такой я извиняюсь, Тём, поменяй, пожалуйста, орхидею, потому что реально я видел, это жесть. Это просто слайд-шоу. Ну, реально, она будет стараться отбивать, но у нее тупо вот синдра такая тык-тык-тык-тык. Она прыгнула в лошадь, но, блин, реально, и она попыталась отбежать ровно, но тупо развернула даже камеру, я видел. И нажав вперед, она побежала наискосок на ту сторону. Ладно, Саш, менять не надо. Не надо. Я понял, что, ну, блин, будет стараться, но вот пусть реально, старается. Ну вот даже как есть. Тупо и железо. Купи лучше, да, подари ей. Подари ей, не знаю, подарок. Ребят, и... давайте мы определимся. Мы из Донецка, у нас все здесь тяжело, поэтому про железо даже не говорите ничего. Сейчас вкладывать в железо никто не будет денег. Ты этот, как его, у Клыка, забери компьютер и все. Он недалеко живет. Все равно скажи, не играешь. Когда вернешься, отдам. И когда отдавать будешь, отдавай Кристине. Ну да, сейчас сова, в принципе, важнее. А давайте скинемся на ком. Не, так, не надо. Мне на ком. Чек на готовность. Бафы проверили. У меня дома только баф. Почему-то я не видел, чтобы локи прыгали в портал после притяжки. Да, кстати. А я вообще вижу только один портал сейчас. Хотя должно быть сейчас 3. Сейчас ладно. Когда притянул босс, ни один лок не прыгал в портал. Лок во время притяжки может нажать возврат и оказаться сразу на своем портале. Продолжать ищи. Портал, он не сработал, я вам так могу сказать. Меня вот не сработал портал. Значит, порталы, далеко был. Пожалуйста, вот сюда, вы можете отбегать. Вот сюда поставьте порталы, вот здесь звезда. Вот здесь вот будет вы постоянно. Сможете от синдры уйти. Да, пока вас тянет, смотрите порт. Конечно. Нет, не пока тянет, когда только притянуло, тогда... Маги, кстати, тоже может обузить. Если нажмете перед притяжкой глыбу, вас не притянет. Не знаю, как здесь работает. Я стаки скидываю лучше, а порталом своим прыгаю. Чек на готовность. Главное, вот здесь вот порт держите, где звезда. Вы должны дотягиваться. Когда вас она притянула, вы приземлились на пол. Только тогда жмете портал. Это для вас локи. Все готовы? Да у магов есть блинк, так что маги могут в любом случае уйти.
Все готовы, отчет на пол. Паладин, еще секрет, когда вас притянул, после крыльев сразу откатывается. Можете нажать бабл, там стоят все карты. Это еще дополнительный ДПС, который поможет нам перевести без лишних взлетки. Урон по вам не пройдет на притяжке, если будет баблова. ДК жмут зеленый. Вот и все. Тоже прибавит чуть-чуть ДК. Стаков максимум 6, ребят, не забываем. Больше не набирайте, иначе вас не прохилят. Бежали. Так, взлетка, отбежали к балкону. 5 глыб. Красота Шреда, Дален, Войд, Мосса. Мучимся пока. По центру. Че, Войд не прохил? Далеко. Слева чуть центра. Справа далеко. Не забываем глыбы разбивать. Близко по центру. Глыбы разбили. Все опять за одни и те же глыбы спрятали, все в шоке. Кто-нибудь умер в глыбах, нет? Нет. Бьем. Только Войд не закинул. Мосса Бэви Войда. Раба Фара сразу. Вот получил хвостом и отъехал сразу. Потому что кот Берну вот здесь вот. Вот здесь сделал. Далин, Берн. Тут у Берн. Отбежали. Ну вот, отбежали же, нормально, бьем. Да пусть пока полежит. Нужно хотя бы до второй фазы перевести. Да. Показать, что там вообще нам делать. Сейчас пока учимся. Угу. Взлетка, отбежали к балкону. Готовимся, 5 меток. Клинит, Пангиал, Медвей, наше молоко. Близко не подходим. Заморозили рейд? Не вижу. Да. Близко подходили. Играем по глыбам, не забываем. У нас ДПС по глыбам нет. Угу. Глыбы не разбиваем, да? Да, вайп. Вижу. Вайп, вайп. Ложимся. Разворачивай в рейд. Я вот не пойму, 25 человек, из них 20, нет, не 20, 18, которые ДПСят. Почему к левой глыбе только один подходит танк и один ДДшер? Проблема в чем? Почему вы все в центр бежите сразу? Распределяйтесь как-то. По 2, по 3 человека минимум на глыбу. Ребят, еще такой вопрос, извиняюсь, что перебил. Я что-то не пойму, на меня повесил ромик сначала, изначально. То есть мне нужно было убежать в ромик. В итоге, когда она взлетела, я в смерти оказался. Как? Смотри, как его. Ты не обязательно тебе в ромбик бежать. Бежишь на свободную, этот, как его, метку.
5 человек бегут, 5 человек должны распределяться. Ребят, все отбегаем к балкону, когда у нее взлетка. Для чего это делается? Для того, чтобы 5 человек выбежали, они смотрели. Ну, ники я произнес, 5 человек уже побежали. Они ориентируются, какую метку им встать из 5. Это рандомная метка, то, что не следите. Это 3D-метки я расставил ориентировочно, куда вы должны встать на глыбах. Дайте, пожалуйста, у кого есть рекаунт или там... Что-то надо. Избыточное исцеление, пожалуйста. А, да. Такое. Дживса поставил, если кому-то надо починиться. Рыбу это поставил. Последний? Ну да, который сейчас ставит. Хотя бы... Далин, спек не сила. Хил абсорб, там такой, как он там. Сорба нету. У кого есть хил абсорб? Скада. У кого есть скада? А вот есть хил абсорб. Вот. Поэтому рекаунты в сирусовском по умолчанию модуля какие-то. Хорошо. Да ты должен тут тащить вообще-то. Полубаф отдали. Дайте-ка я сейчас разролю. Сразу пойму. Капюченки-то? Да, да. Некоторые. Ну, что у нас тут осталось по времени? Воин, охотник, шаман, первый токен ролим. Войт обмен. Почему? А, на паров или? Паролу. Выбирали. А, блин, второй. Стоп. Блин, я паролу простыкал, думал, все и ПП. Нет. Нас нас я понял. Ролим. Роме обмен. Трупное окоченение, ролим. Что-то беспонтовая вещь какая. Клинит обмен. А, стоять. Сдум, ну вы решайте. Ну, клинит, а способ. Силу обмен. Да. Блин, ребят, сорян, я, короче, я провтыкал. Не это какое. Не надо это. Значит, задум. Обмен. Печеньки, да, обмен? Так, и ДС. Ролим. Так, у кого там самый максимальный-то? 97 я видел. Макс, обмен. Лучше бы токен Миновара, так выиграл я. Получай то, что есть. Так, чек на готовность. Все готовы. Отлично. Отсчет на пол. Кто не хочет отлипать, стоим в черепке. Я в мире. Кто это фрейм, типа Шреддера, делает неправильно. Шреддер, не стой во фрейме. Тебя может или кливом зафигарить, или это. Я ему просто вон отпрыгал, как запрыгнул. Сейчас скоро притяжка будет. Бежали. Не окрашнулось.
Кого? Курика. Уже не умерли на притяжке. Джив стоит справа, чинись. Джив справа, чинись, давай, пока стоит. Возле РДД. Взлетная фаза, отбежали все к стеночке. Все к стенке отбежали. Клини, твой, Троми, Зедум, Мангиал. Смотрим по меткам. Вот плохо, Зедум. По центру. По центру. РДД, с левую, правую играем, дальнюю. Шейпера крашеного, да, понятно. Далеко справа. По центру близко. Влились по глыбам быстрее. Долго по глыбам играем. А потому что те, кто должен был вынести, вынесли двое в квадрат и заморозили. Занимайте сразу крайние позиции. Стремитесь занять в центре позиции. Типа я свою занял, и мне насрать. Другим будет неудобно выносить. Если вы ближе к крайним меткам, чем другие метки, выносите в край. У вас времени достаточно для этого. Ваша 7 стаков. Побежали. Отдал факу вам. Хант вообще может после притяжки отрывом. Я не понимаю, почему Хант получает урон. Воздушная фаза, отбежали. Не должен тут урон получать. Фортик, Йока, Медвей, Лимон, Мангиал. Меня заморозили. Играем по глыбам. Сидим там, подсмотри. Меня разбейте первого. Медведя разбиваем. Ты где там стоишь? Я не пойму, где медведь. Я в стадии этой, как обычно, стоит. Так же самое, далеко. Лимон лови. Че ловить, я в склепе лови. Ну все, короче, это как уже. Разбили бы сразу, я бы поймал. Как медведь, я все обыграл. Ладно. Я думаю. А. Давай. Разбили глыбы? Отлично. Играем дальше пока что. Чулан, Берни, Мангиала. Прохил Мангиала, пробав сразу. Убежали. Мастера отдал. Вот так идеально. Обгоняние. Никто урон не получил. Молодцы. Так и надо каждый раз. Бьем. Взлетная фаза. Отбежали. Никто не уцелеет. Мосса, Далин, ДНМ, Дори, Мангиал. Отлично, вот так вот меточки, по центру. РДД по дальним играете, по крайней правой, по крайней левой. Далеко слева. Близко по центру. По центральной стопнули. По крайней правой играем, по центру. Разбили метки. Ну, отлично, можно сказать, поставили и разбили чудо побыстрее. Да, да. Так и должно быть каждый раз.
Далин 9 стаков. ДНМ 12. Там даже глоба будет скинуть. Сбежали. Мастер Аурч сейчас дам. Вот плохо. Дори, Фортик, плохо. Это я Сакру еще отдал. Все равно минус 2. Как вы отбегаете? Ан, тебе уже все сказал. Отрыв. Так, по этом... По БРам. Мосс БР, не Фортика. После взлетки. Отбежали, отбежали быстрее. Маша, Войт. Честер, Далин, Мидвей. Бьем. Дим, пока этот, ориентируй. В центре. В центре далеко. Я могу. Центральный больше ДПС, в центре по центру. Сливаем центральный. Давай дальше. Ну, разбиваем, разбиваем меточки быстрее. Так, Далин Бэйри, Машу. Маш, если есть этот, Бэйри Дори. У кого по этим осталось? По Бэйрам. Максим, не знаю, уже вторая фаза. С центра милишники сейчас отошли, с центра мили силу в луну. Луну блок. В луну, в луну, в луну, в луну. Отлично. Ну, плохо. Суть в том, первая метка, ну это нормально. А чё боржут это дебилы? Нормально. А чё это боржут? Нормально. А вы сами так не могли? Ну не знаю, то батя, тот отошел. Тут надо кстати локить, это однозначно. Да не, ну, кто знал, что делать, тот отошел. Остальные смотри, стояли ДЦ, рядом. ДЦ умер от притяжки, а мы с Эрдру заморозились. Кому? Только Аршамихи ведь? 5 хилов было. А, 5? Да, Далин был в хиле. Ага. Привет, ребят. Здорово. Ну, это все на сегодня. Непушечки я сейчас начислю. Так Далин не был, как он был в хиле. Был. Далин сейчас. А чё его вообще нет у меня в рекаунте? Посмотри, хорошо. А, о, да-да. Краста, да, спасибо, да, что был. Не, ну, слушайте, не огорчайтесь вы из-за Синдрея. У нас уже сегодня есть маленькая, но очень важная победа. Это проф сторон. В принципе, ой, если вы уделите на следующем КД пару часов Синдрея, мы убьем ее. Вы видите, что как бы все легко и просто. Надо выучить там бафы, дебафы, тайминг, куда вам это бегать и так далее. Это только за этот, как его? Это только за профа. Сейчас начислю тем, кто принял КД. Детки. А, погоди, ты будешь массово начислять или как? Я уже массово начислил. Так я, за получается, профа. Два раза получил. А, это за проф был. Тут даже, знаете, вы за можете... профа, не, игры, это игры, я точечно сейчас, игры. Погодите. Медведь, ты где? Давайте сопрот отдам и пойду. Мне не пригодится. Вот просто себе зарубите. Просто, реально. Освобожденная магия, просто руки с клавиатуры и просто сидите, просто на все 1-2 стака и все. 25 секунд. Честно, нет, тут такое, видишь, у нас мульти есть, там, у нас маг есть, который глыбы скидывают. Кто знает, как скидывают, ну, в этом плане, да. Маги пристоят. Те будут тучки скидывать. Кто не могут скидывать, руки прочь от клавы. Ну да все, там. Подождите, можно скажу по поводу освобожденки? У нас по хилам, в принципе, только Дори в тряпке. Маша и Далин элементарно могут 8 стаков. Я могу 10. Ты можешь еще больше, 12 стаков. Братан, а когда тебя будут притягивать на Синдрагосе, ты 10 стаков наберешь, как ты себя... Да, вот, выживаешь, равно, ты получаешь 12 тонн только. Надо, задум, плохо. Да. Что-то ливнул. Да. Тело не взял еще? А? Тело не взял еще? Не понял. Скажу, тело не что? Взял? Смотри. На что, не понял? Шанс, тело, целка возьми, я тебе отдам сопрот. А, сейчас.
Я как бы хотел выпить его на второй фазе. Не-не, но... вот, я в целка сам. Где? Здесь, в Синдры. А, Синдры сейчас дойдет. Так, мульти я начислил. Кто там еще был? Чулан. Это за принятие КД, соответственно, ребят. Бокрус, сейчас я сниму с этого и начислю тебе на какого? Так, Чулан. Пятый-то кто был вроде? Честер, Далин. Ты мне дал, да, спасибо, все. Мульти закончил. Мульти, Чулан, еще кто-то вроде был. Не помню. Все, всем спасибо. Давайте на следующем КД это поответственнее как-то там чат.